Все зашло. Так. ГОБЛП, Кристин. На середине. Кристин. Наверняка подойди в чат. Что это такое? Да, просто я вижу ГОБЛП. Я тоже. Блин, я почти попала. Блин. Веронику. Здесь ГОБЛП будем или где? Блин, почему у меня такой момент не кидается? Блин, я же почти попала. Согласен. Ага. А сейчас мне больше шептов легче. Как? Гони на ПВП. Гони на ПВП. Ну, ПВП это как не очень. Да, я записываю, что. Кстати, смотри. Да, кстати, смотри, мне подходит оружие под скин? Да. О. Слишком большое оружие под скин. Мне сегодня задонили. Я попросил... А мне... тебя с озвучкой или нет? С озвучкой, а почему и нет? Без озвучки или с озвучкой? С озвучкой. А, вот. Я иногда с шифтом играю, а иногда нет. Мне просто тяжело рукой дотягивать до него. Блин. Ну, слышишь, я только шифт добавил. Ага. Так, у нас вроде бы нет ПВП. Да. Кстати, я шрифт, я с шифтом играю. Только за шрифт, и я за шифтом играю. А мне обычно человек, который просто идет, без шифта легче убить. Я так же. Либо когда он джампит, это ПВП или не до ПВП? Я не знаю, но я буду только кидаться. Ну так, чего решил только кидаться? Пирожник. Да ок, ты. Джампит. Да я не джамперила. Да ок, джампер. Ног джампер. Ног топчись. Топтаться. Блин. Это, кстати, прикольный скин, который я сделала, Кристин. Ага. Да ок, не буду топтаться. Кстати, мы Кирилла этого, помнишь, которая не Галки на шашлыка, но который у меня в телефоне так записан, Кирилл шашлык, но
это не Галкин, а вот другой Кирилл Кондратьев. Ну вот. Короче, мы сегодня его обидели. И он плакал, как девочка. Прикольно? Я не буду крысить в этот раз. Так, я знаю, что ты на улице. Был либо у здания. Я вообще тут в улице. А, я поняла, где ты. Ты пошла, короче, вниз. Да, я так понимаю. Ну да, ты туда пошла, либо сюда. Да, я так и знала. Кристина, го потом на обычный сервер. Кстати, у меня 40 робоксов осталось после этого скина. Я помню, какую-то девочку видела с таким же скином. И она также это играла, но у нее тоже было ледяное крыло, только немного другой бюстик. Только у нее шапка такая была и немного кофта другая. Я еле дотягиваюсь до этого шифта. Блин, надо было рядом его с обменом поставить, либо рядом с поиском. Не знаю, как это настраивать. Может, можно еще настраивать? Что ты там написал? Все, читай, что я написала. За километр. Кристина, посмотри. Кристина, посмотри. Что я написала. Кристина, посмотри, пожалуйста, что я написала. Да блин, почему он убийца? Я не хотела, если честно, быть убийцей. На другой сервер, на обычный. На обычный? Да. Да, ну только будем говорить, кто мы. Ну, типа, тиммейтс. Ну, в конце я тебя буду убивать, и ты меня в конце. Угу. Давай ты через меня, Кристин. Давай. Вероника, ну ты кашу доела? Не, я не доела. Ты себе подгузник поменяла? Вероника, ты только случайно не обострись в один момент, а то уже вчера было. Нет, это неправда. Она врет. Ой, есть подключение. У меня постоянно долго загружается. Мне тоже. Мне сейчас просто загружается, мне даже в игру с тобой не ладно. А у меня загрузка персонажа идет.
Сейчас телефон надо будет выбирать. То, что... Мне так же. А у тебя на загрузка персонажа уже? Нет, я перезашла, потому что у меня грузит 2 часа. Мне нужно... Я уже зашла. Your friends, has joined game. Блин, слово не могу, уже давно прочитать. А здесь я буду шрифом. Не, не виновен. Кристина, ты кто? Я тоже. Кристин, помнишь тренд? Уютная яка. О, у одной девочки такая же анимация ходьбы. Круто. Я у одной девочки, у нее костюм Стичи, и она агро, и ей 5 лет. Нет! Ты кто, Кристина? Я не виновен. Мне кажется, ты мальчик я такой. Либо девочка. Я не виновен, потому что с тобой в комнате был мальчик, а если бы ты была бы убийца, ты бы его убил. Ну да. Ты что, видела? Мне кажется, ты кто-то ФК. Либо кто-то просто фармит монеты. Я не знаю, никто не убивал пока никого. Просто такое ощущение, что шериф выстрелил неправильно. Ну, как будто бы. Мне кажется, я не понимала логику, что когда шериф перестреляет не там. Эта девочка, по-моему, она передо мной нож показала, что ли? Не знаю, просто она когда поднималась, мне так показалось, то, что это она. Мне кажется, это ФК. Я не пойму одну логику, если честно, какую-то. Просто когда шериф перестреляет невиновного, то почему шериф сам умирает? Не знаю. Но, может... Ну, просто так будет нечестно. Например, кто-то тиммеры и хотят, чтобы, ну, например, кого-то убить, либо выиграть и потом ПВП устроить, либо еще что-нибудь, я не знаю. А если шериф там всех пристроит? Логично, не знаю. Я бы себе хотела иметь... Да блин, девочка, не иди за мной. Мне хочется, что это такое, типа, да, девочка... Мне кажется, что когда я просто давали, не предполагали, что это тебя разлетели. Ну да. Может, и до этого... Там всё-таки кого-то убили! Кристина, иди в киношку! Там ноги висят! Кристина, иди в киношку! Кристина, иди сюда. В кино иди. Ой, иди, где вот такая трава такая, иди сюда. Где человек ноги свисли. Ну, где эта трава, Мичка, где прятаться? Вот, смотри. Вот именно. А кто это был? Мне кажется, это девочка с такими, это, она передо мной как будто нож, но он не... Которую маленький был. Ага. Да, я так и знала, то, что это корова, я предполагала. Может быть, она и в жизни корова? Ну, наверное. Мне нравится
что твой скинер уже прям подходит под него. У меня интернет отличный. Я заспавнилась на карте. Я не виновен. Я ухожу. Вот все, готово. Я умерла. Я буду говорить, кто убийца. О, Кристин. Это корова, это корова, это корова, это корова, это корова. Опять корова? Ага. Корова. Она еще и джампер. Кстати, она почти шрифа убила. Она еще на одну убьет. Нет. Меня шариф пристрелит в корову. Беги! Ё-моё, ай. Шариф. Я напишу туда. Если выиграет шериф. Она убила шерифа около лестницы, она еще и кемпер. Кристин, она пошла на второй этаж. Попробуй забрать пестик. Блин, забрала? А кто пестик забрал? Ты? Я не знаю, но сейчас она за мной гоняется. Короче, на второй этаж пойду. Походу, Сигма забрал пестик, да, Сигма? Вас двое с Сигмой. Она спряталась в одной нычке такой за штукой. Она идет на второй этаж, короче. Ладно. Она уже ушла туда? Она сейчас подарки ищет в нычке, короче. А мы тут соседи. Она на втором этаже, короче. На второй этаж идет Сигма. Сейчас ее убьет. Ну, сейчас время выйдет просто. Да блин, Кристин, беги, беги, беги. Беги, 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 пожалуйста. Она кидается ножом. А где Сигма? А. Девочка. Вообще, меня сейчас убьют просто. Чего она за мной гоняется, не останавливаюсь? Она уже не гоняется. А где она? Я не прикинул твой закон. Короче, она... Да, есть, время вышло. Да. Туда, я пишу туда. Кристиан, тебе опять пишут, давай созвонимся. Ну, я уже написала, что не хочу. Мне кажется, она убийца, когда будет, она тебя убьет. Ого, я залезла. Так, я не знаю, а ты шериф? Нет. Я тоже. Мне кажется, это маленький череп. Нет, не он. Какая-то девочка, которая стала говорить, что ты кто? Она? Ну, тут эта подружка ее, типа. Правда она? Ну, да. Да она нуб вообще. О, кто-то бархатные тяги, ну, на украинском написал, ну, украинец. Ну,
вижу, это челик маленький. Он почему-то меня не убил, когда он поднимается, это челик маленький. Ок. Ну, держи. На удержание, не знаю. Эти-то, наверное, нет. Нет. Здесь не могут перейти. Не, может, ну, я же не первый, короче. Понятно, кто это. Будем искать, короче. Думаю, короче. Да я так понимаю, на не кемпер. Короче, сейчас будет Кристина. Нет. Нет. Не времени прошло. Пойдем купить Кристина. Ну, нет. Попробуй только мне сказать. Не могу говорить, перепините позже. Кристина. Алло, Кристина. Привет, Кристина. Вот дальше. Кто тебе звонил? Понятно. Ну, да, я видела. Я захожу в Roblox. Хорошо. Я не знаю, что я буду делать.
Я на карте. Ты кто? Сыграешь? Да, я играю. Я не вижу, чтоб ты играла. Что, правда? Блин, а что за фигня? Перезагрузи Roblox. Хорошо. Да блин, монет не успели. Я не знаю. Молодец, шриф. Вероника, можно перезайдем? Не, извини, Кристина, я не могу. Ну, сейчас вот эта катка пройдет. Бэй? Я могу к тебе зайти. Блин. Кристин, попробуй перезагрузить, знаешь, вверх взмахни. Я уже сделала, я думаю, уже миллиард раз делала. Ну, сейчас тогда катка пройдет, я с тобой сыграю. А ты кто? Я не виновен. Блин, Кристин, не очень хочу, извини. Ну, там джамперша, которая недавно выиграла. Какой? Что ты брала? Ну, джампер. Это мой. Да боже, я... Это Вика, малиновый. Я не напишу. Хватит истерики устраивать. Блин. Я пока в тренерку играю. Короче, моя сестра тупая, истерики устраивает. А из-за чего? Ну, типа, я не взяла какой-то там вкус. Да. Походу, он кемпер, я так понимаю, да? Либо нет. Он сейчас тоже кемпер. Он там все переубил. На меня чуть не увидела. Есть. Можно приступать. Так, дальше. Да напиши, Ваня, не можете пес подобрать. Она шрифку убила или нет, я не знаю. Ну, убили шрифку. Ё-моё, подбирайте уже кто-нибудь пес. Чё там ходите, как просто? Я жду, когда она выйдет. Ну, а ты же вроде бы умеешь кемперов убивать. Ну она кемперила, ну она не кемперила, короче. Она тоже шрифа выиграла. Давай убей, пожар. Бей, шриф, я заберу пестик, да, есть, убила. У меня сейчас кемпер, который торопится куда-то. Да блин, что это было за километр? Блин, интернет очень отличный, в кавычках. У меня. Кристина, попробуй сейчас посмотри, я играю. Ура, туда! Туда, кемпер! А все это... У меня вообще за убийцу мало, побед. Блин, а точка на тебя топтаться учила? Да. Шифт там. Ну, у меня сейчас грузит. Да, вообще шикарно. Никак не был на чудо. Кстати, у тебя завтра день рождения. И что?
30 января. Кстати, я завтра в школу пойду, наверное. А, я тоже. Я тоже вроде бы должна. Я не знаю, кто убийца сейчас. Я тебя вижу, ты на карте заспавнилась. Да ну нафиг. Да ё-моё. Кстати, я забрала пестик, но меня убили. Да. Это девочка с такой ходьбой. Это девочка с ходьбой такой. Какой ходьбой? Ну, у нее такое милое лицо. Это ходьба вампир. Она еще и кемпер, замечательно. Я моя кемпер. Да блин, я подобрала пестик, но меня убили, дура. Кемпер. Она сейчас на улице, короче. И играет на компе. И за километр убивает. Еще и до сих пор кемпит. Кристин, попробуй пестик забери. Ну да, она на компе играет. Ну, только что 10 левел, в общем. Да блин! Они что, тиммеры, что ли? Да они тиммеры с второго аккаунта, которая но она без этого выигрывать не может. Она пестик, она... Кристина, заныкайся. Кристина, заныкайся. Короче, она сейчас, надеюсь, не крыса. Она нет, она стреляет... Не, она крыса, по-моему. А, нет, она на улицу пошла, короче. Она сейчас на улице идет такой вход, где шкафы. Она ушла. Го, будем красный ход называть, где открывалка, а зеленый ход просто. Да, я второй аккаунт победил. У меня аккаунт второй. Как называется? Такая девка с волосами, ну. А, вот это вот. Это точно ее второй аккаунт? Да, ее второй. Но из игры вышла из-за этого. А. Интересно, ее второй аккаунт тоже? Ну, наверное. Это даже не второй аккаунт, мне кажется. На кемпела дрянило. Я убийца. Я не виновен. Как обычно. Ты правда убийца? Да, правда. Мы тиммеры, да? Вероник, мы тиммеры или нет? Да. Ой. Я еще там кого-то убила, я вообще пошла на улицу. Тебе лут подходит под скин. Что? Моего дядя понос. Очень сильный понос. Понос. Не проснуться, не хочу. Понос. Понос. Есть, меня чуть не стреляют. Джейка. Смотри, на себя посмотри. Сейчас, Даша.
Ничего, убили, короче. Ну, сейчас время просто будет. Есть, убила Свита. Да ё-моё, девочка! Да ё-моё, девочка! Я убила ее. Реник. Понял, попробуй. Да блин. Ура! У меня новый пестик. Могу даже похвастаться им, точнее показать. Какой? Покажи. Отправь это... заявку в друзья. Отправь заявку в друзья. Отправь заявку в друзья. Нет. Ты сказала, отправь заявку в друзья. Кристина, если ты этот редкий нож получишь, будешь с ним ходить? Какой редкий нож? Ну, который такой, с красной редкостью. Либо отдам кому-то. Мне просто так. Я шериф. Я не знаю. Можешь мне пестик отдать, пожалуй? Нет. Ну, блин. Если только проиграю. Ну, мне кажется, я тебе все же отдам пестик. Девочка. Это девочка, которую я еле убил. У нее белые волосы такие, типа нету лица. Ё-моё, ай! Смотри, она тебя убила? Нет. Ну, она может меня убить. Так не может. Не хочет, кажется. Она сейчас, я не знаю, где. Но она... походу, на второй этаж пошла. Шериф проснулся. Затих. Я же еще выиграю эту набиху. Либо проиграю. Чтобы ты вы... что он тут делает, блин? Девочка, мы что, уже полковнишку делаем? Короче, я буду ждать. А ты можешь посмотреть, где она? Я не знаю. А, вон она, джампер. Да. Пойдем, девочка. Я бы хотела ты. Я поняла, как она крысит. А где она? Она, наверное, поджидает. Не, она ушла. Она ушла. А где? Я не знаю. Она сейчас на первом этаже. Она под... да. Топ-та-та! Тебе нужно топ-та-та. Ура, мне не пришло место невиновного. Ну... радуйся. Такой вам у тебя агиточки был. Молодец. Он ты ее без шута убила, Кристин? Ну, если честно, я просто стрельнула куда-то и попала. Ну, молодец. Она нет. Спасибо. Я люблю топтаться, это моя любовь. И почему надо мной больше топтаться, чем на тобой? Я не знаю, это кто. Не виновен. Я шериф опять. Опять? Можно ты мне пестик отдашь? Нет. Блин. Чё ты такая роли везучая? Не спал. О, привет. Ты рядом со мной заспал. Это бекон, по-моему. Да, это бекон. А, нет. Не знаю, кто.
Кристина, не матерись. Она кемпер это или нет? Конечно. Да блин, она кемпер лютый. Фу, кемпер. Вообще она от пистолета не отходит. Конечно, она просто а дура. Да, иногда, когда ты выигрываешь за шерифа, либо за героя, ну, ну вот, и когда выигрываешь за шерифа, либо героя, тебе дают еще один раз, чтобы выиграть. Ну еще и джампер лютый. Да. Типа крутая. Еще какой-то сахарок, а точнее кокса. Ну да. Можно не попасть никогда. Ну да, я согласись. Ага. Вероника, зачем ты постоянно пишешь туда? Мне нравится. Я сейчас сок пью. Ой, не сок. Я боюсь не писать туда, потому что я знаю таких прошек, потом просто перестанут и будут всегда на тобой топтаться. Я помню, за мной какая-то девочка гонялась. Прошка просто так. Да, иногда такое бывает. Ну просто так за маленького спина. Я не виновен. Опять? Чё у тебя такие роли? Я убийца. Кто-то писать не умеет. Ага, я написала так. Кристина, убивай. Надо было это убить. Убила, Кристин, будем тиммером или не будем? Я не знаю, будем или не будем. Кристин, будем тиммерами? Да, не знаю, давай. Блин, тут шериф. Я не люблю шерифов. Я люблю. Ну, именно, когда я убийца... Я знаю таких шерифов наглых, ой, каких наглых прошек, которые просто... Она ой, еще и топчется! У них само выигрывалось. Тебе, наверное, девочка написала, что у тебя скин как у пятилетки. Ну да. Я ей сказала, Согла, это у тебя скин как у малолетки. Знаешь, что просто не люблю такой прошлый, который потом они тебя всю жизнь будут ненавидеть. Мне так же. Ну, не всю жизнь, конечно, это всю игру. Ну, если друзей не добавится, то кто? Ты наконец-то, наверное, не виновен? Я тоже. Мне она еще эта нубиха. Мы сама первую убили. Мне еще эта нубиха у друзья заявку отправила, чтобы, наверное, надоедать. Я знаю, кто это. Можешь уже не говорить.
Блин, она ко мне побежала. Я не самую первую убила, я просто вспомнилась. Я писала, она меня самую первую решила, знаете ли, убить. Кристин, там шерифа не убивали? Жаль. Ну да, она кемпер. Не, она не кемпер, замечательно. Она не охраняет? На... Да она вышла из игры. Интернет отличный. Наверное. Не знаю. Так я тебе написала, хватит так грабить. Кстати, я в туалете спряталась, она сначала немного постояла, а потом вышла. Это не вряд ли жизни в туалете. Карта маленькая. Ну, еще так сделать, чтобы я подружилась. Вот девочка написала «Онка», я написала «Бубок». Ты кто? Я не вернулась. Вероника, зайди в чат. Да я видела «Бубок». Норм людей вообще не осталось. Мне кажется, это сахарок. Ты что-то там опять пишешь, замыкалась? Мне кажется, это девочка, которая вот пишет. Либо это сахарок, либо которая девка, которая... Сахарок, что ты за мной бегаешь? Подумала, что весь сервер. А чё следить могу? Чё, правда? Вероника, следить могу. А ты не знаешь, кто убийца? Я не знаю. Девочка, отстань от меня. Я сейчас заныкаю где-нибудь и буду следить за всеми. Ну, лоб, прячься. Девочка нормально писать не может. Просто пишет слова. Нет. А что, та девочка танцует возле тебя. А ты тоже, ты на одну руку. Какой-то фука. Да, я реально вижу тебя. А что я сейчас делаю? Ты сейчас сидишь. Это правда? Да. Блин, это посреди
Блин, пестик, 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 пестик. Да блин, подобрали. Да правда, это Андрей. Тагры была. Зачем он так делает? Блин, просто я люблю милые скины делать. Мне такой скин понравился, мне 45. Сахарок пишет кок. Вероника бы не вышла, наверное, из-за того, что обиделась. Чё, правда? Ну, она, наверное, вышла. Но я на тебя попросила, чтобы я приходила. Ну, логично. Я бежала из-за того, что я приходила. Ты кто? Я убийца опять. Да блин, чё у тебя роли такие изучения, мой? Ну, гони отилица. Гони отилица. Ты уже кого-то там убила? Ого, а где убили? Я покажу, где убили. На улице убила. Ты следишь? Не. Вообще я пестик не подобрала. Да девочка, ты достала меня троллить. Поняла, там здание следит, почему-то могу. И почему мы следить можем? Ну, убивай её. Я пошла на улицу. Подобрали. Но не я. Знаю я тебя. Не подобрала. Это правда не я. Я тебе правду говорю. Ты так всегда говоришь. Даже когда подобрала и не подобрала. А ты играешь в мод? Ёлка. А? А я тебе? Я девочка, что ты джампиришь? Может, я тоже могу поджампирить? Раз на руку тебе. Я надеюсь, что ты проиграешь. Yes. Ты что, в здание по? Мальчик. Я тебя почти пристрелила. Я тебя почти пристрелила. Вероник, давай ты можешь меня пристрелять, но только не в крысу. Это очень бесит это. Ок. Я в крысу убиваю. Я тебе буду говорить, просто отвернись. А ты где, Кристин? Давай, я правда пилку подобрала, я сейчас не вру. Это не крыса или крыса, я не знаю. Я просто сидела за этими, как это называется, за вентилятором. Потом, когда ты убила, я подумала, то, что ты пошла в здание, взяла пестик и... Алло, девушка, ты девушка топталась. Да, какая ты девка? Это вот эта, которая вот эту, она так потопталась по мне. Да. В том конце. Достала девочка, я это видела прекрасно. Ага. Билка. Согласна. Хочешь на интернет купить? Ага.
нифига, типа она не при делах. Ага, ты кто? Я шериф. Да блин, чё у тебя роли ведущие? Да я сама не знаю. Круто было бы, если ты была бы шерифом. Да. Ой, убийцей. Не, убийцы, но на этой маленькой карте было круто. Пока, Бекон. Ты навряд ли, конечно, убийца. Я бы могла Бекона пристрелить, который Прошка самый. Это кто? Кристина, лучше не иди туда. Так, это не там? Это второй аккаунт, который пристрелил и обиделся. Да ё-моё, ходить, да ё-моё! Она не кемпер? Она не кемпер, ваше не хвост. Да тупая. Да что было сказать, дебилка? Да ё-моё! Немного тупая, она бы могла на девочку не... Мне просто пофиг на людей. Блин, да, туда! Угону убила! Да, молодец! Я ей напишу, молодец. Хорошо играет, да? Вау, вот это красивый скин. Ну, я помню, ты так же победила. Да. С мальчиком в красной футболке. Блин, тут какое-то поле зашло. Которое начинается. Кстати, круто она выиграла. Я так один раз тоже сделала. Кстати, я знаю, обычно все донаты, которые левел маленькие, они все обычно за километр убивают. Да, ты кто, Кристина? Я не виновна. Я тоже. Жаль, что ты не убийца. Ага. Никого, теперь, когда мы будем убийца, кто-то из нас, мы всегда будем идти. Ну, не знаю. Ну, давай. Ты знаешь, кто убийца? Самые сложные это... А я тоже две. Мне кажется, что девочка писать не умеет. Туда! Хорошо, что она вышла. Ого, тут Бекон с большим левелом. Тут девочка писать не умеет. Кого-то зовут Демон. Она хочет мне не за все, нет, она не хочет. Кристин, согласись, тупой кемпер. Я шериф. Я не виновен. Эта девочка, кажется, писать не умеет. Прости, у меня ничего нет, чтобы дать. Она две ошибки там сделала в слове. Я почему-то всегда всех донатеров называю прошками, которые прям скин донатерский. Собираем монеточки. Я бы хотела бы завтра не пойти в школу. Я бы тоже. Я просто к тебе на день рождения пойти вечером. Кто убийца? Я не знаю. Надеюсь, кемперов не будет. Я надеюсь, это не чуфяк. Точнее, фуфлик.
он вышел из игры. Почему он всегда за шериф проигрывает? Я пока в уголке сижу, меня не убили. Я буду поджидать. За километр, Кристина, меня убили. Я меня убили. Он кемпер тупой. Тебя убили, я не увидела. Кристина, он кемпер. Да, ты кого-то по-твоему слепая. Мальчик. Кемпер. За километр. Куда? Я хочу на каждый да ё-моё, чё такое лагает? Скажи, есть молодец, типа, да, ну она хорошо играет, согласись. Она реально хорошо играет, сейчас посмотрю, куда. У неё 100 левел. Ага. Мне казалось, у неё 111 левел. Ой, я хочу не торговлю тебе. Я хочу торговлю? У неё ровно столько же побед за шерифа, сколько у меня. О, круто. А сколько у тебя побед за шрифа? 57. А у меня? Я шериф. Да, я не виновен. Я только сказала, что за шерифа не очень играю. Я сразу стал шерифом. Я за шерифа 49. Не убила. А у тебя сколько? Это прошка. Ну, не прошка, а с донатерским скином. А, такая красивая? По метру бьет. У нее 30-й левел. Не знаю, как можно звать, нубиком, либо нет. Вообще, она просто да. Сейчас в комнатку пособирает монеточки. Никого не хочет убивать. Классно. Очень классно. Она меня... Она сейчас тут, она в люке. Кристина! Да ё-моё! Чё на других нет? Да ё-моё, чё мне стрелять? Это какая косая. Да он ничего не убивает. Только сказал, что у меня 57 побед за шерифа, уже 68. О, ну молодец, хорошо играешь. Это не туда. Она не была джампером. Я помню один раз, у меня такой прыжок был. Ну, у меня раньше была эта анимация, у меня старая анимация, раньше она мне не нравилась. Ну, сейчас... ну вот, короче, я бежала на нуба. Ну, видела нуба, он кемперил. Я обошла его немного, ну, как-то перепрыгнула. И потом забрала пестик и убила, и обязательно топчилась. Это... Блин, забыл, как это называется. Я не виною. Да убийца. Да чё, роли у тебя крутые. Я не будем тиммерами. Ну, давай. Я буду говорить, кто шлиф. Да, и морковки хватит. Салатик. Отлично. Кстати, я сейчас с девочкой одной. Кристин, можешь не ходить с ножом, прошу тебя? Да не, можно пожа. Кристина, убей. Пожалуйста, замыкаться где-нибудь. Я в костер. Как? Я же убила девочку. Я не буду топтаться мне на такие. Одна девочка, она сейчас около туалета ходит. Там две девочки. Пожалуйста, мне уже стыдно то, что... Пожалуйста, замыкайся где-нибудь, типа. Мне реально стыдно уже. То, что мы тиммеры?
Нет, девочка-убийца. Ой, шериф. Эта девочка с книгой, она крутая, но она очень хорошо играет, но она на компе играет. Ну, я не знаю, где она играет, но... Она сейчас около туалета, она тебя поджидает. Ну, она крутая. Давай тебе, я могу ей искусаться. Я морозильник. Я нет. Готтимерами будем. Ого. Но можно я тебя в самом конце убью? Просто ну, я не буду говорить, где я. Так, я уже 2 человека заморозил. Да ё-моё! Ненавижу эту заморозку, даже когда я за морозильник. И я за морозильника больше люблю играть. А вы достали уже таракана, блядь. Тараканы тиммеры? Ну да. Ё-моё, чё мне делать? Да блин, меня заморозили. Ну и ладно. Тебе сказать, где ещё есть? Разморозьте, пожалуйста. Блин. Пойдем. Да ё-моё, девочка. Ты убей кто-то морозильник. Ха-ха. Там нету больше никого, в подарках тоже. Ну что меня кемпить? Да не кемпить. Ты проверял? Да. Тогда понятно. Да, Кристина. Бой, я сейчас умру, короче, и я скажу, где последняя. Я умерла, последняя такая до конца дошла, и она за коробками. Она за коробками. Она за коробками, Кристин. Вот, за коробками вот этими, да. Ну, мальчик, что ты в АФК отдаешь? Она сейчас скажу. Беги за это, короче, одна на кухне, одна на кухне. Одна на кухне спряталась за холодильником. Одна на кухне спряталась за холодильником. А вот все. Пока, Кристин. Ну, вот, давай. Короче, играет моя. Не знаю, буду я убить или нет. Я сказала, Годере. Какой-то...
больше всего любишь прибор? Свинья, что ли? Темный или светлый? Любой. Ну, сейчас, пап. Короче, сейчас я не могу. Я думаю, я буду любую. Ну, не пишите. Мне не везет постоянно. Я буду. Чумаки. Ненавижу. Кто-нибудь разморозьте. Есть. Да блин. Не, еще немножко.